Но мы глядим в окно, и давно закончен вечер, и давно затихли речи, и таинственный предтечи под столом уже давно, чтоб не выросли печали, чтобы черти не качали, чтобы жены не ворчали, пьем один лишь крепкий чай. И пока не укачало, чалим в поисках причала, где нечаянно скончалась чья-то чистая печаль. Запятая, точка, точка, человечек на листочке, а под ним неровной строчкой хочешь верь, а хочешь нет. В результате в чахах били, положили перец чили, и в итоге получили переперченный обед. Что-то выросло печально, а видно, черти накачали. Что-то все мы подустали, и печалям нет конца. Хорохорились вначале, на кого-то все кричали, все кого-то обличали, и остались без лица. Запятая, точка, палка, стародавняя считалка, кресло большая качалка, человечек под дождем. Вечер долог, век конечен, и таинственный предтеча всех забыл до новой встречи, до которой доживем. Не печальтесь о печали, без печали мы скучали, и не часто вы встречались, чтоб закончилась она. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и приятно наскочаем нашей жизни глубина. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и печально наскочаем нашей жизни глубина. Части мы будем опевать этот диск, а вторую часть нашего с вами общения мы с Евгением Николаевичем подумали так: мы будем петь, что Бог на душу положит, давайте вот кладите на душу, у кого какие будут пожелания, не знаю, там, заявочки, просьбы, пишите, мы, например, возьмем, там, проштудируем, прочитаем, уйдем через лифтовое хозяйство приваренное.